и потеряйте мне вид. Так привяжи его к себе. Давай тебе его. Люди были заполнены укрои по-настоящему. Это на тему веревки. Какой? Едет, короче, пьяный мужик на УАЗике. Андрюхи! Останавливают его менты. И типа, чувак, там кончился бензин, говорит, можешь нас потянуть. Ну давай. Он их, короче, на трос едет дальше. Ну потому что это приходит в себя, раз сзади менты едут. Вот, давай от них текать. 200-250. Да, они ж на трассу. Говорит, блин, собака, как они быстро за мной ехали, я думал, Нельзя оторваться, да? Нельзя оторваться. Ну это да, есть. А недавно ездили этот самый в Зазимье. Мы, короче, на лугу встретили чувака. Не помню, на какой-то пузатерке был, застрял. Кто-то прикололся, вызвал такси на луг. И он там завис. Вот, и мы ж типа, ну что, давай вытянем, давай. Короче, цепляем ему трос, а он херяк открывает заднее сиденье и садится назад. Вот, ну это ж как в анекдоте про девочек. Но потом оказалось, что он просто передние двери не мог открыть. Пришлось через задние залазить. А мы ж типа, такие, чувак, ты куда там, типа, не гони. Нормально. Так, ну Виллис перед нами по-прежнему. Валим, 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 надо боком. Так, друзья, вот и Десна. Тут мы где-то в этом районе переходил пешком. В школу? Чуть-чуть ближе. Да не в школу, просто летом. Ёханый бабай, пробило. Идем правильно, вот они, прибрежные кусты. Вправо дорога была. Да, дорога, вправо. Да вроде все. О, мы Саню на Рубиконе догнали. Вправо была хорошая дорога. Так, тут какие-то опять достопримечательности местного значения. А, нет, это чей-то участок, да? Самозахват, наверное. Красиво тут. Да, дачи, да? Дачи или дома? Детские лагеря для детей, которые плохо учились. Да. Три машины остановилось, подождите. Мы потеряли Виллис. У вас что-то стоял там на обочине. Тормозите. Виллис едет, я отсюда вижу. Все нормально, Виллис идет. Все тормози, поехали. Красиво, это все банда смотрится. Чтобы еще вертолет с нами летел и снимал это с улицы, да, все. Было бы интересно. Или НЛО. Или НЛО. И... Слава, ты хоть снимаешь это все? Ваш свингер-клуб, что ли? Не сомкнул глаз, без остановки снимаю все время. Обрабатываю. О, для мужа? Кто? Где-то близко. Десна, блин, красиво. Скажите, в Финске эти мелкие белые ямки плохо видно или только у нас? Справа столик был, может остановимся? Что-то укачивает. Ого, промоина какая, смотри. Там течение сильное, да, в повороте? Так, перед нами Subaru Loas.
с 1.9 турбодизелем. Ну не тот, УАЗ. Ну не тот, это покруче. А он сейчас смотри, как на Томбе. Какие-то оазисты, охотники, рыбаки. А вот и Десна, красота какая, посмотрите. Ранний рыбак себе. Ух ты, тут шикарное место, конечно, да? Да, особенно можно валить боком и сразу туда. И сразу купаться. Блин, красиво как. Укачивает. Продолжаем борьбу с этой неровной дорогой. Все непросто. Это Десна радует глаз и природа вокруг. А ты представляешь, на этом же мотоцикле, блин, расход там литров 10. У меня у бати есть лишь планета спорт, у него по паспорту 7 литров, как у запорожца. Да. Планета спорт. Смотрите, Днепр, елки-палки, как у слепого. С колясочкой весь комплект. Оппозитный двигатель. Боксер. Почти Субару, короче. У меня был такой одиночка, я когда-то у кореша купил. Потом продал. Днепр, где-то пара у меня скоростная, так и лежит где-то, осталась на памяти. Нет, ну были мотоциклы, что, ишь, где-то это, то-то. Ох, красиво, да. Красиво, вот, тормози. По амортизаторам задних нет, и ты посмотри, он отрываются колеса полностью. Лось наваливает, да? Угу. Бля, пучком так чик-чик-чик. Понял. Да, елочки, берег Десны. Класс. Шикарные места. Вот выход к воде, какой красивый. Блин, ну мы дубасим как невменяемые. Вот еще хорошее место. Лес хвойный рядом. Да, интересные места. Бородач говорит, кто знает, спрашивает, сколько мы проехали. Все молчат, она говорит, 70 км проехали, ощущается как 400. Ну так и есть. А не 70, мы проехали 58. Да нет. А я считаю. Йохан. Ух ты, вот это Олеська же. Блин, хоть камеру не выключай. В онлайне было. Просто. Блин, на полметра были больше, колеса подпрыгнули. Слышь, так он еще... Нет амортизатора. Перевернулся бы через морду, блин. Проехал, наверное, метра три на передних колесах, как подлетел впереди. Да, Лесь обжег вообще знатно. У него нет амортизаторов, задние не стоят. А он поймал рекурсию на этих самых, на кочках. Не стоят амортизаторы. Амортизаторов задних нет. А нахрен они нужны? Ну, короче, если сзади на это было по проекте, вы на Родео обижают лошадь. Догнали какой-то УАЗик, не наш, что, может и наш, может он в онлайн смотрит и едет. Это наш просто продает запчасти, чтобы заправиться и доехать до финиша. Скачет, что горный козел. Какие-то горбы перепрыгивает. Смотри. Дал коксу, а ну давай. Да. Сейчас что-то должно произойти. Поджимай. Да. Блин, в него бы не влететь. А у него на дизеле или? Да, да, турбодизель. Volkswagen. Луаза Volkswagen Subaru.
Тут все собрано лучшее в мирового автопрома. 1.9 турбодизель хороший. Яма, это ж твое. Давай, озвучу. Порыгай, порыгай, Пашенька, не держи в себе. Надо место готовить, подумать. Блин, а что они так оторвались? Ты понял, что ты поехал на опровод? Ответ тишина. А Вилли, ты не хочешь покататься? Хочу, а где он, кстати? Я хочу у него сесть. А давай. Это жестяк. В Десну, главное, блин. Как красиво тут. О, тут правильно, тут безопаснее. Что-то уже... Ёханы бабай! Веталь, блин, вправо уходи, режь сюда. Вон Бородач, Дастер. А где Виллис, блин? Виллиса нету. Виллиса нету. Стой. Рыбаки не добираются, ни одного льда нету. Вот Десна, Бородач, даже рыбаки не добираются. Нашел. Белая Нива пока подождет Виллиса, потому что что-то его нету. А Виллис едет. Красиво идут. Виллисе их, так надо упаковаться. А не, его не остановишь. Вот он, Виллис, нашелся. Все нормально. Это суровый водила. Приличное отставание. Но... И он всех на вы называет, да? Конечно, воспитанный человек. Воспитанный, как педантичный, да? Да. А как его зовут? Роман. Не то, что мы, да? Эй, ты, иди сюда. Лошара. Лошара, ты не проехал. Руслан, сосиска. Бородачка, сбей бороду. О, ля, чувак, жесткий на мотике. Где? Есть, вот, да? Встречу едет. На мотике. Блин, тут, слышь, окно приоткрыло и так дует. Не, что-то я Виллис не хочу уже. Я оделся не совсем под Виллис, конечно. Да, на мотике с коляской, смотри. И же на планете, кажется. Третий. Насколько я успел увидеть. Так, а тут уже оффроуд начался, видишь, мы все пропустили. Режь, режь влево, режь влево. Режь влево, говорю. Ага, режь влево. Давай, 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 режь, режь, там уже рубятся, быстрее. Опа, стоп, 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 Дастер. Дастер. Не стартанул. Поехали. Так, что ж тут происходит? А ну влево, влево, режь, режь. Засадили кого-то. Режь влево. Дастеры. После этого рейда к нам больше не приедут или приедут? Неизвестно. Мы вот это как съездили на поляток, мы по полям едем. А к этим батарейкам мы должны приехать и типа переезжать на другую сторону, чтобы ехать на Киевское море. Так, друзья, вот и оффроуд наконец-то. Бородач уже тут, мы пока ждали Виллис. Не все увидели, но... Так, а как легенда застряла, елки? Как? А я в воздухе еще. Колесо, видите, оторвалось. Поменять колеса больше, сейчас привезти, поставить. И можно выехать, да? Заезжай. Смотри, вот Луаз будет ехать, смотри. Луаз не проедет. Елки-палки. Хотите, я договорюсь, он поменяется. Какая Тойота не прошла? Так, Нива. Стой, Жека.
Ай, ты чуть газ не надо было бросать. Ну. Поняли? Только стоковая Нива может тут проехать. Глянь, что там творится в салоне, ты посмотри. Смотри. А сколько стоит машина, кстати? 20, больше? 23. 23, блин. Это 11, 12 Нив где-то можно взять. 12 Нив. А Нива за штуку 300 перепрыгнула это все. Вправо, вправо руль, вправо, да, вот так, все, все, все. Ну, колесики маленькие, действительно. Бородача ВОЗ там сзади, осторожно. Чуть не въехал. Вон ЛуАЗ, ЛуАЗа Субару. Там по лайту он. Жека, отходи. То я все время тебя снимаю, отходи. Вроде Нивы тут и нет, вроде ты в главной роли. Я? Ну да, все время ты в кадре. Пусть сам вылазит, он и так, чтобы геморроя не было. Пусть двигается, да? Не-не, там лайт, давайте по харду сюда все. Нашли место. Шаровики, да? Ты наказал. Все, он вывесил. Было хода больше. Рома, давай сюда. Я сюда хочу. Не, сюда давай. Сюда. Кстати, хотел с тобой поездить под навесом. Надо вообще и навес снять. Блин, ну меня везут. Сейчас намотаешь жабу на колесо. Ладно, можешь упереться ногами? Чтобы остановить его? Блин, а я не испачкался? Это пока что, мы тут толкнем. Сильно не крути. Стой, стой. Назад. Бандер пластик, крылья пластик. Все, пластик. Давай. Не взломаем ее. О, давай, давай, о! Выезжай. Смотри, возьми чуть-чуть под углом и ходом. Диагональ чуть-чуть, вот так же диагональ. Нет. Красивый день. Вон за Рубиконом давай. Все! Ура! Ура! Так, Виллис, подожди, дедушка едет, дедушка едет. Давай, дедуля. Ты садись, Руслан, заслужил. Что, не застрял? Ищи ему место какое-то. А вдоль ты можешь стать? Между колесами пустить. Тихо, едет главная звезда. Йоханы, бабай. Красиво было. Так. Ё-моё. Налегке, да? Все особенного, Саня, да? Ну какие-то звуки. Какие-то звуки хрустящие были, да. Я запутали сюда. Давай, мы верим в тебя. Хватило, хватило.
Ищи место нормальное, как лошары. Дастер тут ездит. Нет, а можно вдоль вот это самое пустить под днищу? Вот туда ехать. И до Десны, да, или как? Здесь мало горбов, здесь больше. Руслан, нам 10 минут уделите. Да. Как будет желание. Сейчас будем ехать к вам, надо только одеться. Давай, Руслан, садись в этот самый. Виллис? В американский автопроб. Быть ненадолго, а счастливее для нас. Боишься? А? Там экшен. Экшен уже? Поехали к экшену. Там экшен, говорят, начался. Ух, свежо тут. Я, блин, немного одет не по... Так, там Луаз, Луаз. А ну, что-то никто не едет, да? Да. Блин, немного я проехал на Виллисе. И тут Луаз отжигает.